театре. Ну, а прямо сейчас великолепнейшие, талантливые, замечательные. Группа «Аргемак». Громче, «Аргемак». Я всегда говорю, пока в Башкирии есть «Аргемак», у нас будет и мед, и песни, и хорошее настроение. Финал концерта. «Аргемак». Yeah.
Салам эфэ. Привет, друзья. Мы очень рады, что имеем возможность проводить такой замечательный фестиваль в таком уникальном природном уголке, как наш вот этот амфитеатр. Мы помним, чтим нашу культуру, наши традиции, традиции других народов. И рады, что сюда приезжают разные культуры и представляют свою народную музыку. Ну и мы, в свою очередь, конечно же, чтим память наших предков, стараемся сохранить их для будущего поколения. И следующую песню я точно уверен, что каждый из вас пел в детском садике и в школе. Дружно подпоем мне «Шаймуратов генерал». Чтобы спеть следующую песню, нам нужна ваша помощь. Друзья, подпоем нам? В школе, наверное, этот тоже, да, в музыкальный этот класс ходили, распевались на о-о-о, а-а-а, и-и-и. Ребят сейчас подскажут мотив, давайте дружно подпоем. Поехали, друзья! We'll be right back.
тұрып, қарағым тей, оралап еріп, байқағым тей, мұнда бейек, көгі тұйық тей, олмаласы бар, дөнен юқ тей, қарлығаз бұл, қара тұйық тей, қандығаз бұл, қара тұйық тей. Ну что, понравился наш фестиваль? Выступали и буряты, и казахи, и грузины, и мордва, и наши братья по крови, так сказать, башкирской на нашей русской земле. Узорица, Катя Ямщикова. Очень здорово. Мы, конечно же, хотим от свою очередь пожелать огромной большой удачи Министерству культуры Республики Башкортостан, нашей филармонии, чтобы этот фестиваль проходил ежегодно, чтобы всегда было его финансирование, чтобы всегда собирался здесь народ, чтобы погода всегда была хорошая. Кстати, этот снег только не хватает, да, снеговиков лепить. Дай бог, чтобы этот фестиваль жил долго, чтобы мы могли вот так вот хранить нашу культуру, традиции, многовековые традиции наших народов, народов России, ну и, конечно же, нашей республики Башкортостан. Продолжаем дальше. Танцуют все!
Хочется поздравить всех с священным месяцем Рамадан. Вот он, слава Богу, подходит к завершению. Уже заключительные дни, когда мусульмане держат пост. Все ждут ночи, благословенной ночи, Кадер Кисен. Вот и в свою очередь хочется нам тоже отдать дань уважения нашим великим предкам, таким как известным на весь мир ученым Зайнулле Расулеву. Вот и следующей композиции посвятить священному месяцу Рамадан и нашему Зайнулле Ишану. Поэтому все дружно сейчас давайте будем созидать. Пусть Всевышний своей милости накроет нашу республику, нашу Россию, нашу планету и весь свет, который сегодня здесь был, распространится на весь мир. Айда! Дерге майтулар, кылыны дарда, кырдарда, күңеле дарда, ярдарда, уйнай башлар тайтулар, кешне койры ак куда. Яткыштан илаганы, күле яше тынмаганы, ядартынан яй була, яйдер менен ян тула. Самый Аллах бидеге, уның бер күденеге, бидек димек зайн Аллах, аты болганы зайн ула. Аллаха бір илахтан табындырыр Зайнулла, Таудың одақ күттіріп, ағындырып Зайнулла, Шәфәбәтке еннітке барылдырыр Зайнулла, Таудың көпме еректі табындырыр Зайнулла. Аллахыға тағрылықты сағылдырыр Зайнулла, Адашқанды юлғыды табылдырыр Зайнулла. Келесекке өткенді тағылдырыр Зайнулла, Ласлыққа, инсапқа, яғылдырыр Зайнулла. Көңілдерге иманды ябындырыр Зайнулла, хакикетке, хаслыққа, қағылдырыр Зайнулла, асылғанға ерәге табындырыр Зайнулла, шымланудан, ағыштан арындырыр Зайнулла, бақсылықтан, подошел к завершению сегодняшний день народной музыки. Пришла этно-ночь. Дадим немного жарова. Потанцуем напоследок по нашим традициям. Курай атна, бей балаек.
Пусть наша земля живет вечно. Пусть Салават Юлаев, который смотрит на весь мир вот так, каждый год собирает друзей. Пусть наши народы живут дружно. Пусть этот фестиваль послужит причиной взаимоуважения, любви друг к другу, чтобы наши многонациональные народы России жили, созидали, и всегда мы все ходим под одним небом. Пусть Создатель накроет нас своим нуром и светом. Дартагинайте бейвалават! Ханашлай! Бер ика эс дур! Ну что, дружные селфи? Погнали! Группа «Аргимак», пожалуйста, ваши аплодисменты. Артисты не уходят сегодня без селфи, а сколько фотографий смогли сделать все зрители, которые оказались сегодня в этот вечер здесь. Это прекрасно и здорово. Завтра в День города. Вечерняя программа и закрытие фестиваля «Сердце Евразии». Всего доброго. Спасибо всем.